Всем салют! Сейчас в хип-хопе все чаще можно заметить исполнителей 16-18 лет, которые в своем возрасте собирают стадионы, а также имеют уже целое состояние. И сегодня мы расскажем вам об одном из них, о Лил Мози. Лил Мози, настоящее имя Латон Моузес Экклс, родился 25 января 2002 года в городе Маунт-Лейк Террас, штат Вашингтон, и на данный момент ему 17 лет. Парень с раннего детства любил петь. Начал он с песен в мультиках, потом перешел на любимые треки и хиты. Чуть позже он понял, что музыка для него значит очень многое, и стал задумываться о музыкальной карьере. Ему всегда было приятно представлять, что в скором времени он сможет покорить мир собственной музыкой, которая стала для него единственным смыслом жизни. Именно мечты привели парня к написанию его первого трека, который в 2018 году он загрузил на SoundCloud. После выпуска видеоработы для данного трека на парня начало обращать внимание рэп-комьюнити, и в итоге его клип собрал 11 миллионов просмотров на ютубе. Примерно в конце июля 2018 года Латон выпустил еще один трек под названием Noticed вместе с клипом, который был снят режиссером Колом Беннетом. Эта работа обрела оглушительный успех и помогла Мози увеличить его фан-базу в несколько раз, а клип набрал более 100 миллионов просмотров. Обрести новых фанатов Латону помог тур Juice WRLD под названием Domination Tour, который проходил в 2018 году, где на разогреве Мози исполнял свои треки. Следующей взрывной работой Мози был сингл под названием «Камикадзе», который покорил не только западную, но и русскоязычную аудиторию. В октябре 2018 года Мози выпустил свой дебютный релиз под названием «North's Best», в который входили 11 треков. В его состав входили композиции, которые я называл ранее, а также как минимум два успешных трека – «Boof Pack» и «Barbary Headband». Моузи запомнился хип-хоп-комьюнити своими мелодичными треками, которые погружают слушателей в атмосферу беззаботности, а также помогают расслабиться. В своих треках Латон в основном читает о своей жизни, однако без ныне популярного флекса деньгами, девушками и машинами здесь тоже не обошлось. Так простое увлечение парня привело его к успешной карьере, о которой он мечтал всю свою жизнь. So that's what we put in our time in. She saying I seem like a pro, yeah. She saying she love when I fall. I do it cause I love the dog. Ну а на этом все. Если тебе понравилось видео, то поставь лайк и подпишись на канал, вступай в наше сообщество ВКонтакте, подписывайся на наш Инстаграм и Телеграм-канал, а также на SoundCloud. До новых встреч!